призер первенства Европы, вице-чемпион мирового командного турнира, бронзовый призер чемпионата мира, олимпийский вице-чемпион в командных состязаниях Михаил Калида. Михаил Калида. Да, я оставила Дмитрию Губерневу, чтобы он как умеет представил этого фигуриста, потому что его выступлению мы тоже сейчас будем очень-очень рады. В первой части этого гала-вечера Михаил будет катать свою короткую программу этого сезона. Ух, как круто, что прям в показательном. Не делайте себе поблажек, прыгать 4-3. Браво! Мне кажется, Михаил заслужил наши с вами аплодисменты. Не ищет легких путей, катает по максималкам. И за это ему огромное спасибо. Кстати, увидим мы еще Михаила в Москве совсем скоро, потому что он будет выступать на 5-м этапе Кубка России, который пройдет здесь, в Москве, в начале декабря. Следующая участница нашего шоу попала в фигурное катание совершенно случайно. Однажды вот он, четверной прыжок, чистенько. И туда же тройной пам, тоже чисто. Очень круто. Во второй части Михаил будет катать произвольную программу. Здесь чуть-чуть вывалился на выезде. Но ничего, это показательное выступление. Готовы простить все. Зато сейчас ее знает весь мир. И более того, она признана самой сексуальной фигуристкой России. Самая обаятельная и привлекательная. Чемпионка страны, победительница финала Гран-при.